Добрый вечер, это шоу «Однажды в России», шоу про страну, в которой стабильного это только то, что Киркоров раз в 5 лет с кем-то ругается. С нами, как всегда, сегодня Тим Иванов. Уже вспотел. Начнем с номера про неудачно купленную квартиру. Но это такая квартира, в которой настолько желтая ванна, что ты как будто из нее последние 30 лет пили только кофе. Далее перенесемся в офис, место, где искренне тебя приветствует только Windows. Будет номер про китайский автопром, про те машины, которые в полной комплектации с панорамной крышей будут все равно стоить дешевле, чем Lada Largus. Сегодня у нас в гостях олимпийский чемпион Никита Нагорный. Никита Нагорный. Человек, который чисто внешне мог сыграть оборотня в «Сумерках», да? Но по своему актерскому таланту сыграет Никиту Нагорного. Ну а закончит сегодняшний выпуск певец Метеоритин. Метеоритин с песней о мужской бытовой беспомощности. Ну, мужчинам же намного проще высадиться на Марсе, чем понять, какой там нахрен режим для этого цветного у этой стиралки. Ну что, друзья, это шоу «Однажды в России», мы начинаем! Значит, что рассказать про эту малышку, да? Угу. Мультизадачный руль, ну, вроде одно устройство, а может поворачивать как налево, так и направо, да? Фишка от производителей. Две педали, не четыре, как у катамарана, две, представляете? А сколько радиостанций ловит эта красавица? Монте-Карло, радиодача, Юмор-ФМ. Где вы еще послушаете нашу Рашу, да? Насяльнике, поколенник, раскрывушке... Да ты успокойся, Слайк, да ты... А кто это сделал? А кто это сделал? Все? Да, да. Угу. И это стоит? 6 миллионов. Послушайте, вот это, возможно, собрали китайские дети на трудах. И ты мне говоришь 6 миллионов? Ну, такие сейчас цены. Ну, это же даже не машина, это же какой-то башмак великана, братан. Вы что, охренели, что ли, здесь все, а? Что за цены такие 6 миллионов рублей? Закрывайтесь нахрен, петухи вонючие. Хорошего дня. Здравствуйте. До свидания. Доброе утро, Равдин. Прекрасный день, чтобы продать парочку наших автомобилей, да? А? Улыбайся людям, и люди будут улыбаться тебе в ответ. Ладно, я пошел доедать свой круассан и выбирать, что буду есть на обед. Чао, Равдин. Давид Борисович, можно вас? Опа, что тебе там, Равдин? Я так больше не могу. Правильно, не можешь больше ходить пешком и решил купить одного из наших красавцев? Нет. Или не можешь поверить, что у всех начальник шизанутый идиот, а у тебя супер-мега-адекват? Это потому, что каждую среду в 10:00 у меня зумба в парке. Раз, два. Раз, два, три. Раз, да, два. Да, да. Раз, два, три. Да. Чао! Нет, Давид Борисович, знаете, почему вы такой веселый? Потому что вы сюда на Мерседесе приехали. Нет, я просто веселый. Нет, вы сюда на Мерседесе приехали, а я каждый день продаю вот этих алюминиевых мутантов. Не, я понимаю, большинство машин хороших ушли из России. Но если вас в клубе, допустим, отшила красивая девушка, вы же переключитесь на ее страшненькую подружку, вы не будете прям бомжиху возле подъезда караулить, правильно? Вы у нее внутри сидели? Откройте дверь. Не хочу. Значит, сидели. Там воняет, как будто кто-то шашлык жарил, и какая-то гнида пакет в костер кинула. Вот там... А у меня еще зарплата целиком от продаж зависит. У меня денег нет вообще. Вот вы думаете, кошку в ломбарде принимают? А я вам скажу, не принимают. Они говорят, не по-христиански, типа, живое существо. А я эту шкуру усатую за 15 тысяч покупал. Мне что теперь делать? Тише. Зачем ты ходишь в эти ломбарды, Равдин? Там же один негатив. Ходи туда, где весело, а? Вот я, да, когда на меня вот накатывает, да, уныние, да, такое, я сразу пулей в центр города и на карете катаюсь. Ну, потому что весело, да? Ну, прикинь, начальник автосалона и на карете едет. Это очень...
Это очень весело, Давид Борисович. А знаете, что не весело? Что это непродаваемое дно. Правда. Вы вспомните, кто до этого у нас это покупал. Все люди в каракулевых дубленках. Все. Они раньше еще приходили, багажник открывали, смотрели, вилы влезут или нет. Все, влезут, берем. И я знал, что теперь, когда я продал, сзади едет огромный алабай, спереди сидит хозяйка, вот так за ручку держится, говорит: «Игорь, Игорь, Игорь, не гони, не дрова везешь, Игорь. А хрен там, дрова тоже в багажнике присутствуют». И вы предлагаете этим людям где-то 6 миллионов теперь найти? Бу-б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 у. Равдин, ты че такой напряженный? Ты мне по секрету скажи, ты когда последний раз ездил на мастурбазу? Тебе надо снять напряжение. Давай, сбегай на мастурбазу, вон в подсобку. Мне некогда. Я тебя отпускаю, Равдин. Давид Борисович, да некогда тебе мне. Тебе очень надо. Мне надо продать машину. Вот скажите, где у нас? У нас же были эти богатые люди, которые с дурным вкусом. Ну, кто-то же заказывал Стаса Ярушина как певца на свадьбу. Вот. Обожаю его песни. Где они? Почему они не приходят? Почему я им не могу ничего продать? Равдин, ты не можешь никому ничего продать, потому что ты не умеешь продавать. Да, стоишь с недовольным лицом вечно, такой хмурый, как будто застукал свою жену с лучшим другом. А навалял он тебе после этого. Бери пример с Дениса нашего. Лучший продажник. Лучший он однажды, как доп-опцию, к этой машине продал мои старые кроссовки. Прикинь? Вот что значит профессионал. Здравствуйте. Прошу, прошу. Отличный выбор. Да? Уверяю вас, вы ни разу не выйдете из этой машины с сухими трусами. Потому что это не машина, это секс. Крошка, а ты одна здесь отдыхаешь? Слушай, а поехали ко мне, посмотрим «Форсаж», посмеемся над этими консервными банками, потому что они в 1000 раз хуже тебя. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Все, беру. Да? Ой, стоп, хватит, Денис, это же мы, ты че? Все, не показывай. Блин, вот уже 3 машины мне продал. Четыре, вы сейчас тоже берете? Да? Да. Вот, бери пример, учись. Чему быть такой же сумасшедшей гнидой без совести? Он же людям, глядя в глаза, нахваливает это ведро, которое чуть мощнее электромясорубки. И в кредиты вгоняет их еще. Вы знаете, как он последнюю машину продал? Он женщине сказал, что у него жена болеет. Еще справки распечатал, фотографии какие-то. Плакал тут. Она испугалась, она сама чуть не отъехала у нас. Ну и что, и что? Вот, вот. Ему вообще по барабану. Он просто с прошлой работы, знаете, его за что уволили? Он в банке работал. И бабушкам помогал возле банкомата деньги переводить. Молодец. И себе на карту переводил. Ну да, и чё, и чё, вот, и чё. Вот, да вы посмотрите, какой наглый. Вообще не стыдно ему. Это ты сюда смотри. Зато мне не нужно искать в морозилке потерявшийся пельмень, чтоб поужинать, да? И плесень на еде для меня это стоп. Понимаешь? Когда голова болит, я могу позволить себе купить таблетку, а не вот так вот сильно на виски жать. Зубы мои стоматолог видел. В зоомагазине мне не нужно покупать говяжью трахею, чтобы к пиву похрустеть. Под окном подслеповатой бабки не нужно стоять и мяукать, чтобы она сосиску сбросила. Я тебе по секрету все рассказывал. Ты зачем мне сейчас все пересказываешь мне это? Ага. Так это про тебя? Да, 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 у меня нет денег. Да, у меня родительские соленья в холодильнике не задерживаются, да. Да, последнее время я мечтаю очень сильно о зонтике. Потому что дождь этот задолбал, если честно. Это дождь, скотина, он просто льет и льет. Короче, вот опять бу-бу-бу-бу-бу начал. Слушай, Равдин, короче, это выбор за тобой. Значит, быть при деньгах, но гнидой, как Денис. Спасибо. Да? Либо быть вот этим вот таким честным, справедливым и мечтать, когда тебя похоронят, чтобы чем-то кроме снега еще прикрыли. Так что сам выбирай. Заколебал. А я выбрал. Я выбрал. Я пошел. Ты куда? Куда? В подсобку. О! Заработало. Слушайте, а у вас был когда-нибудь секс с двумя?
А, ну, не особо. Тогда я предлагаю к этой тёлочке взять еще вот эту тёлочку. А? А? Блин. Можно я потрогаю? Она все это время была здесь? Да, я потрогаю. Не трогайте. Она уже ваша. Да? Она уже ваша. Да. Нормальная квартирка. Нормальная, да. А как ты думаешь, вот в этой нормальной квартире сексом, например, заниматься? Тут стены тончайшие. Я слышу, что соседи шепчут. А с чего вы взяли, что нам это не понравится? Это вы мне? Вам. А вы откуда? Сверху, снизу, сбоку? Скорее сзади. Я вот здесь вот. Где окно, давайте. Вот так. Чего? В смысле, как это? Сзади? Здорово! Здорово, соседи! Уважаемые коллеги! Да-да. На часах без четверти 9 утра. И кто-то посчитает меня вонючей пойкой, ну а кто-то романтиком. Но факт остается фактом. Наш друг Валерка вот уже четвертый день как стал начальником нашего отдела. А это значит, что нам никто не помешает начать этот день так же, как предыдущие три. За лучший офис в мире! Фамилия? Нагорный. Нагорный! Ничего себе! Вы знали? Нет, конечно. На лекции ты ко мне не ходил. Ты что так дерзишь, Нагорный, а? Ты чей сын? Зевса? Да нет, я спортсмен. А ну докажи. Давай, Никит. Па! Ну тут наблюй мне еще, ага. Забродили ягоды рябин, пьяные на ветках снегири. Но в отличие от выпивших мужчин, своим бывшим не звонят они. Катюх, да чё ты, хорошенькая квартирка. Ну так, понятно, косметический ремонт нужен, а так заходи, живи, да? Валера, ты слепой? Это матка всех ужасных квартир мира. Это выглядит так, как будто нейросеть попросили квартиру нарисовать, и вот так вот получилось. Тут даже воздух липкий. Ты вообще почему эту квартиру без меня брал? Да хотел сюрприз сделать. Ты сама говорила, типа, надо съезжать от родителей, нам надо свое гнездышко. Я под своим гнездышком подразумевала домашний очаг, а не что-то из веток, грязи и слюны птиц. Это же ужас, Валер, тут подъезд открывается монтировкой, дверь открывается монтировкой, микроволновка открывается монтировкой. Тебя не смутило, что вместо ключа нам дали монтировку? Ты вообще до этого эту квартиру смотрел? Смотрел, конечно. А параллельно с тем, как смотрел, случайно шинник ни с кем не играл? Нет. А счет какой? 2-0. Валер, ой, это... Это очень странный дом, ты где вообще его нашел? Вот объявление на остановке сорвал. Ну, а что же там за... Продам квартиру срочно, скорее, быстрее. Они уже в дверь стучат. Валера, ну почему ты не мог купить квартиру через Домклик? Через что? Вот, это в миллион раз безопаснее и надежнее, чем бумажка с остановки. Тут можно реально посмотреть фото квартиры, а не ее фоторобот. Ты мог как минимум сравнить эту квартиру с другими. В смысле, как это сравнить? А, мы не знаем, что такое сравнить. Ну понятно, почему ты ее тогда взял. И почему 20 лет за шинник болеешь? Ой, Катя, вот если не приглядываться так, ну прям сильно не приглядываться, нормальная квартирка. Нормальная, да. А как ты думаешь вот в этой нормальной квартире сексом, например, заниматься? Тут стены тончайшие, я слышу, что соседи шепчут. А с чего вы взяли, что нам это не понравится? Это вы мне? Вам. А вы откуда? Сверху, снизу, сбоку? Скорее сзади. Я вот здесь вот. Где окно? Давайте. Вот так. Чего? В смысле, как это? Сзади? Здорово. Здорово, соседи. Как так получилось, что два дома друг на друга дышат? Скажите мне.
А знаете, вот на стройку зовут таких мужиков с треногами, которые так смотрят. Знаете? Ну, да, конечно. Да, да. Вот сюда их не позвали. Сэкономили. И, кстати, дом престижный, здесь Тургенев родился. Что вы врете? Ну, я про новый наркотик синтетический. Его первый раз здесь свалили. Уйдите, пожалуйста. До свидания. Нам понял, не надо. Понял, я да. ненавязчивый. Да, я понял, спасибо да. большое. Извини, сосед. Эх ты! Шучу, шучу. Классно, Валера, вообще супер. Тут замки надо ставить не только на дверь, но и на окна. А с дом-клик, Валера, все было бы безопасно. Сделка проходит официально, в банке. Да в этом интернете, Кать, один обман. Что ты мне рассказываешь? Я знаю, вот так вот с девушкой знакомишься, у нее на аватарке вроде и грудь нормальная, и не грудь нормальная. А приезжает на свидание просто какая-то игрушка для собаки трехгодовалая. Реально, потасканная, покусанная и пошпеканная. Валер, ты че? Не, с тобой мне тогда повезло, но это... Но это просто лишь подтверждает правило, да? Нельзя доверять интернету. Да, а вот бумажка с остановки – это прям амбассадор доверия. Собака! На! На! Капеллина такая! Собака сутулая, а! Козлина! На! Здрасте, соседи! Дай бог вам здоровья! Очень приятно познакомиться. Супер, Валер. Класс. Вы извините, пожалуйста, за шум. У нас просто с мужем изменно-проститутский период. А это как? Изменяет он, а проститутка я. Романтика. И с кем там базаришь, дура? Паша, ее закрой! Или что, забыл, как из-под лопатки нож самому неудобно вытаскивать? Извините, пожалуйста. У вас же окошки во двор выходят. А можете Коленьку позвать? Уже обедать пора. Ну, мы же соседи. Должны помогать друг дружку, да? Угу. Да, конечно. Чё ты, чего я тут? Оказалось бы, Валер, проще простого. Открыл приложение, и все. У тебя идеальная квартира. Ты не во рту у цыганки, ты в квартире. Слушай, ну прям всемогущее приложение, Кать. Может, там еще и ипотеку оформить сразу можно? Вообще-то да, Валер, можно. Очень быстро и просто. Еще и скидку на ставку получить. Так, если это такое хорошее приложение, че его до сих пор Гармаш пенсионерам не советуют? На! На! А че это вы вещи выбрасываете? Это я съезжаю. Я уезжаю с этой квартиры к чертовой матери. Потом сама на лифте спущусь. Подождите, а что это вы решили выехать с такого прекрасного района? Слушайте, ну на самом деле район не очень хороший. Да, у нас до сих пор на столбах агитационные листовки с Ельциным висят. Представляете? А вон дом, видите? Вон дом, 16-й. Да, да, да. Вот он на кирпичах стоит. Знаете почему? А фундамент ночью стыбзили и на кирпичи поставили. Вот так. Класс. Ты с кем опять свою чавкалку открыла? Ты свою чавкалку закрой, я тебе сказала! Или на второй сковородке яичница с отпечатком твоей хари будет получаться! Ну, не будем вам мешать. Воркуйте. Это просто трындец, Валера. Нам просто нужна раскладушка, Кать. Зачем? Ну, с нами, походу, третьим твой ангел-хранитель переехал. Это соседи. Оба. Вы что делаете? Нормально, я в домашнем. Короче, забыл сказать, я на неделю на дачу уезжаю. Можете мои цветы пополивать? Не буду я вам ничего поливать. Это даже на цветы не похоже. Слышь ты, если они засохнут, то... Хотя мне надо, чтобы она подсохла немножко. Отбой, не надо поливать. И вообще, давайте я куплю вашу квартиру, а то я смотрю, она вам не нравится. Серьезно? Ну, она что-то ворчит. Она. Ну, все, я давно присматриваю, хочу здесь бизнес открыть. Автомойку. Так а как, это же не первый этап. Отлично! Валера, отлично! Давайте прямо сейчас оформим. Это моя лучшая покупка после Тургенева. Давайте, я тогда это, за шампанским в магазин, вам что-нибудь взять? Хотя, что я возьму, у меня же денег нет. Все, давайте. Пока. Давайте! Я до сих пор поверить не могу, что ты купил квартиру в этом ужасном доме, Валер. Тут, оказывается, на каждом этаже давалка живет, судя по надписям. Ну, или, может, это одна просто переезжала с этажа на этаж.
Ну почему ты не начал искать квартиру через дом клик, Валера? Ты понимаешь, что в этом приложении можно даже проверить риэлтора. Если риэлтора нет на дом клик, значит ему нельзя доверять. Да что его проверять, риэлтора? Он у здесь стоял, мужчина вроде внятный. А? Матерью клялся постоянно. Ой, Кать, и где я должен был узнать про твой этот дом клик? А вот это что, Валер? То есть вот эту бумажку рваную, вот эту вот от руки написанную маленькую в жирных пятнах, ты заметил? А вот этот огромный плакат красивый, светящийся, нет? Кать, ты же знаешь, я на красивое не сильно падки. Мне... Мне так больше, что-то среднее такое, невзрачное. Ты кого сейчас описываешь? Ну что, мы сейчас выяснять будем. Все, давай это, поехали. Поехали, вызывай такси, поехали смотреть новую квартиру. Не-не-не, подожди, мы сначала на МРТ заедем. Тебе голову проверить надо. Да что, мой девица? Сейчас пойдемте, давайте. По кабинетам. Пойдем. И больше в моем кабинете такого, ну, просьба не устраивать. Денис, а ты останься, пожалуйста. Ой, мамочки родная, мама! Начальник на ковер вызывает, а? Давай, заноси, давай! Никита Нагорный! Я так болела за тебя на Олимпиаде! У вас все хорошо? Я не сдала и беременная. А можно с тобой селфи? Да, конечно. Спасибо. Но ты хоть улыбайся. Да, да. За лихие выходки мои не даешь мне встретиться с детьми. Мне бы гордость, как у воробья, я б тогда б тебя б не умолял. У нас в шоу есть рубрика «Меняем Россию». Нам приходят письма со всей нашей необъятной и красивой страны с очень страшными, ужасными фотографиями различных мест, которые люди хотели бы изменить в своих населенных пунктах. Но «Меняем Россию» не только мы, еще и национальный проект «Экология». Благодаря федеральному проекту «Чистая страна» прошла рекультивация Челябинской городской свалки. Да не просто свалки, а свалки-рекордсменки. Она эксплуатировалась в течение 70 лет. За это время сформировался крупнейший в Европе мусорный полигон площадью свыше 74 гектаров и высотой более 40 метров. Это 70 футбольных полей с высотой с 15-этажку. Только не подумайте, что я сейчас этой свалкой восхищаюсь. Нет, я просто поражен. Вы только представьте, где-то там в глубине лежит та самая первая обертка конфеты, которую кто-то бросил со словами: ну, я одну выкину, ничего страшного не будет. Но сейчас бывшая свалка, внимание, выглядит вот так. Да, да. Красота! Благодаря рекультивации улучшилась экологическая ситуация в городе, где проживает свыше миллиона человек. И на 30% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу. Но помните, рекультивация – это, конечно, хорошо, но нужно сортировать отходы. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Грамотный подход к своей мусорной корзине вернет во вторичный оборот массу ценного вторсырья, а значит, предотвратит появление свалок. Мы продолжаем. Ну зачем вот эти слезы, Апельсинов, а? Ну такая у тебя фамилия сочная, короче, что ты гнилая такая, а? Да я правда учила, просто я беременная. Давай зачетку, давай. Спасибо, спасибо, Рита Марковна, я выучу. В следующий раз, чтоб выучила. Да, я все выучу, спасибо. А пока два, все. Все, иди. Ого! Никита Нагорный! Я так болела за тебя на Олимпиаде! У вас все хорошо? Да, просто я не
конечно. Спасибо! Но ты хоть улыбайся! Да, да. Спасибо! Пожалуйста. Все, катись, апельсин! Катись, я тебе сказала! Здравствуйте, Рита Марковна. Здрасте, фамилия? Нагорный. Нагорный! Ничего себе! Вы знали? Нет, конечно. На лекции ты ко мне не ходил. В музей ты с нами не ездил. На раскопки ко мне на дачу ты не приезжал. Ты чё так дерзишь, Нагорный, а? Ты чей сын? Зевса? Ты чё, борзеешь? Подраться со мной хочешь? Вы правда меня не узнали? Нет, если ты какой-то там, который студвесну выиграл, так я тебе сейчас двойку не в зачетку, а по харе твоей пропишу. Смазливой. Я пропускал занятия, но у меня была на это уважительная причина. Милый мой, чтобы сдать ко мне зачет прийти, люди из комы выходили. А потом назад возвращались. Ты вообще на что рассчитываешь? На пятерку, конечно. На пятерку даже я не знаю. Рита Марковна. Возле вашего кабинета столько девчонок стоят. Я думал, здесь отделение Wildberries открыли. А тут, оказывается, Никита Нагорный экзамен сдает. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сфоткаемся. Давайте. А давайте подоконник помоем. Ну, если вы рандомно дебильные предложения такие предлагаете, Денис Васильевич. Да не, Рита Марковна, ну, с Никитой Нагорным, со звездой. А, так ты у нас звезда. Певец, небось. Учти, если песня «Незабудка» твоя, тебе вообще конец. Да нет, я спортсмен. Да. Футболист, что ли? Гимнаст. А ну, докажи. Давай, давай, Никит. Оп! Ну тут наблюй мне еще, ага. Да. Дарита Марковна, вы правда не узнаете? Это же гордость нашего института. Никита Нагорный, олимпийский чемпион. Ну не по истории же. Трехкратный чемпион мира. Мне трехкратно плевать. Восьмикратный чемпион Европы. Восьмикратно похрен. Ладно, понял. Иди сюда. Короче, баба в позу встала. Ну, в принципиальную играет. Короче, есть два варианта решить проблему. Угу. Либо денег дать, либо чпокнуть. У тебя наличка с собой есть? Нет. Я тебя понял. Я тебя понял. Сейчас договорюсь. Сейчас. Не надо ни о чем договариваться. Мужчина, вообще, кто такой? Я разве просил вас помогать мне? Слушай, да что меня просить? Сегодня я тебе помог, да. Завтра ты мне поможешь с Исенбаевой познакомиться, да. Мне нравится она. Блин, у меня есть что ей предложить. Ну, в каком-то роде тоже прыжки с шестом. Денис Васильевич. А? А может, ты пойдешь? У тебя дела, может, какие-то есть? Да не, пара отменилась, преподаватель не пришел. Так ты ж преподаватель. Ну, я и не пришел. Чё? Так, давай, на выход. Да у меня скучный предмет, я не хочу тут. Ладно, давай, все, экзамен сдашь, в столовой встретимся, как договаривались. Мы не договаривались. Я тебе позвоню. А я не возьму. Дайте я просто сдам экзамен и пойду. Да, я не ходил на занятия, но я готовился самостоятельно, я все знаю. Да что ты сдашь? Ты же спортсмен. Для тебя Салават Юлаев — это хоккейный клуб, а Тесла — это машина. Все. Что за стереотипы, что все спортсмены тупые? Для того, чтобы побеждать, нам нужно иметь мозг. Не надо мне тут иметь мозг, понятно? Сдаст он.
Примите экзамен. Ладно. Ответишь на вопрос, поставлю зачет. Не ответишь, вылетишь из института, как пробка. Понятно? Понял. Ну что ж, погоняю тебя по Боливии. Когда и кем был написан знаменитый манифест Картахены? А? Все, пока, давай. Манифест Картахены был написан латиноамериканским государственным военным политическим деятелем Симоном Боливаром, который отстаивал свою позицию по свержению испанского господства в Латинской Америке. В 1825 году он стал возглавлять республику, которая была названа в его честь. И не проверишь же. Понятно. А? Где наушник? Кто тебе, тренер подсказывает твой, а? Да нет никакого наушника, Рита Марковна. Мы были на соревнованиях в Боливии, где у нас была экскурсия, нам все рассказывали про этого Боливара. Ладно. Давай зачетку. Я тебе зачет поставлю. Когда выйдешь, лицо грустное сделай. Хорошо. Чтоб никто не знал, что у меня можно зачет получить. Грустное лицо, говорю. Я говорю грустное, а не тупое. Как будто ты китайцу проиграл. Иди. До свидания, Рита Марковна. До свидания. Выучил он. Апельсинова, из тебя уже ничего не выжать. Все, иди, я говорю. Смотри, вот они все соберутся, и я при них говорю: ребята, я увольняю Дениса за несоответствие корпоративным нормам. И тут ты, да. Ой, господи, что творится-то? Ой, уходит самый большой прибор нашего офиса, ой, ой, ой! Уважаемые коллеги! Да-да. Так. На часах без четверти 9 утра. И кто-то посчитает меня вонючей пойкой, ну а кто-то романтиком. Ну факт остается фактом. Наш друг Валерка вот уже четвертый день как стал начальником нашего отдела. А это значит, что нам никто не помешает начать этот день так же, как предыдущие три. За лучший офис в мире! Соси, Гугл! Давай, туза, туза. О! На туза. Я не понимаю, почему туза. Доброе утро, коллеги. Прости, ну тут непонятно. Здорово, Валерубкова. О, привет. Давай, давай, вот все, волын идем. Да, Зимишь волын. Прям вот так вот, да, с ногами на стол. Так а че, я же разулся. Вот именно, ты еще и разулся. О? Нет. Да ставим, да ставим, я тебе говорю, у нас ну все, давайте работать. А, да нет. Это в центре все. Находится. Все, ребят, пожалуйста. Можем поработать немного, все-таки рабочий день начался. Ай. Екатерина Сергеевна. Да, Александр. Вы чувствуете, в боках закололо что-то? Чувствую. Знаете, что это? Что? Это мы с вами в ежовых рукавицах, Екатерина Сергеевна. Да потому что это не мужчина, это чистый альфа. О, да. Ну все, все, правда, давайте поработаем. Ну, что тут скажешь? Сэр есть сэр! Да, да. За тебя, Валер. Да, да, это можно и потом, после работы, за меня выпить. А сейчас пойдемте. Давайте. По кабинетам. Пойдем. И больше в моем кабинете такого, ну, просьбы не устраивать. Денис, а ты останься, пожалуйста. Ой, мамочки родная, мама! Начальник на ковер вызывает, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, заноси, давай.
Давай! Валер, пожалуйста, поменьше крови, да, поменьше, да, крови. Да, поменьше. Давай. Спасибо за советы. Начальник. Да. Денис. Денис. Да, мой господин. Ну все, встань, пожалуйста. Ладно, встань. Ладно, встал, все. Так, что, Валькирия, что такое? Вот, вот. Во-первых, не Валькирия, а Валерий. И не Валерий, а Валерий Валерьевич. Я уже 4 дня ваш начальник, Денис, а ко мне уважение ноль. Как к отчему ровеснику, серьезно. Субординации нет. Гомика ответ. Вот. Ты ни секунды не думал, рифмовать или нет. Гомика ответ. Все, все, Денис. Пожалуйста. Да ты заколебал, Валерий Валерьевич, по-братски. Ну откуда взяться этой субординации, братан? Я тебя Пухова в командировке, блин, на себе как воротник носил. Это было давно. Мы с тобой бухгалтершу вдвоем в вертолете. Это было недавно, но... Да, мы 6 лет за соседними столами просидели. У нас циклы синхронизировались, а? Мы вместе какать ходим. Кстати, ты не хочешь, у меня что-то придавило на клапан. Пошли. Да. Нет, нет, Денис, останься. Именно потому, что ты мой друг, я и попросил помощи. Ну, помоги ты мне как-то поднять свой авторитет внутри коллектива. Ну, а как я это сделаю, по-братски? Ну, хочешь, я скажу, у тебя было с женщиной постарше. Денис, мне 37. Это уже не круто. Это уже лет 7, как не круто. Не знаю, мне кажется, прям круто. Запоминается ж не только первый, но и последний мужчина, понимаешь? Да. Ну а что ты предлагаешь? Что я предлагаю? Предлагаю, смотри, что. Я сейчас всех позову и при всех тебя как бы уволю, но не по-настоящему. На самом деле переведу тебя на склад и зарплату подниму. Только ты складским аборигенам не говори, а то они тебя разорвут подъемниками. Медленно, медленно. Согласен. Только давай порепетируем, чтобы сюрпризов не было. Так. Смотри, вот они все соберутся, и я при них говорю: ребята, я увольняю Дениса за несоответствие корпоративным нормам. И тут ты, да. Ой, господи, что творится-то? Ты что, дурак, что ли, Валерка? Ты нашего друга увольняешь, Валерка? Миш, все, хватит, не надо, все нормально. Самурай должен идти, чтобы не опоздать там, или как там. Ой, уходит самый большой прибор нашего офиса, ой, ой-ой. Катя, все, не надо, ты борешься с ветряными мельницами, не надо. Сашка, перестань. Сашка, все, хватит, пути Господни неисповедимы. Это что, из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»? Нет, Миш, это из Библии. Ну да, нормально так. Нормально? Так, да, нормально. Так сделаем. Заколебал, ну а как-то? Ну как-то попроще надо, Денис. No problem. Вот попроще. Окей. Да без этого. Хорошо. Коллеги, зайдите, пожалуйста, есть срочное объявление. Ох ты, все живы, что ли? Ух, мы так волновались, Денис. Ну что за кипиш-то, Валерубль? Разговор будет неприятный. В общем, я решил уволить Дениса за несоответствие корпоративным нормам. Вот так. Чего? Как это уволить Дениса? В смысле, ты чё? Да. Ой! Все, перестаньте, ребята, все нормально. Валерий Валерьевич, он хороший начальник. Начальник новой формации. У него и с девушкой постарше было. Короче, все нормально, у меня вот голова на месте, руки, ноги тоже есть. Вон на крайняк аккаунт вон для фанс есть. Я передерну, а там уж на свежую голову пойму, что делать. Все, я пошел. Не скучай по моему прибору. Понимаю, все шокированы. Это что за фигня сейчас была? Валера, ты серьезно? Ты договорился с Денисом, чтобы вот так поднять свой авторитет? Что? Тебе не стрёмно, Валера? Катя! Что? Ты вообще тупая? Кать, башку включай, человек только что друга уволил. О каком авторитете может речь идти? Я без версии, Валер. Объясни, пожалуйста. Да что объяснять, Катя сразу вон раскусила. Все правильно ты говоришь, ты башку включай, Кать. Ой, зачем ты меня уволил? У меня же Денис, семья! Денис, они все знают. Собака! Они все поняли. Рыбки! Мини-пик! Варан! Жена, наконец-то! Они в курсе! А.
Переиграл, Денис. Короче, что происходит? Да что происходит? Потому что, ну, раньше ты как-то заходил в кабинет начальнику, и ты испытывал первобытный страх. Ты слушал там, что твоя мать слаба в деторождении, что у тебя руки не из того места. А сейчас здесь что, коробки из-под пиццы и накурено? Ты чего, Валерики-тики-тави? Вот, все! Больше никаких Валерики-тики-тави! Я больше не Валерак Липерц-Халава, не Анжелика Валерум, не Валерашкин-Дурашкин, как... Все, ничего такого. Я Валерий Валерьевич, и я ваш начальник. Ой, мамочки, вы посмотрите на него. 4 дня воду не из общего кулера пьет, и все, мы с серыми лицами зимы должны бояться. Я извиняюсь, Валерий Валерьевич. А вы не забыли, благодаря кому вы стали начальником отдела? Благодаря кому? Кому? А кто вопросники про начальника написал только не Миша, а? Я тоже думал, что мы друзья, блин, а? Ты забыл, что я, блин, собирал деньги на твой день рождения? Потом, как дебил, вычислял по номеру телефона, кто эту сраную полторашку не скинул, блин. А может быть, тебе напомнить, кто на корпоративе тебя достал из-под пьяной Вазили Колдобраевны? Миш, ты на ней женился. Но по итогу я тебя спас? Спас. Спас. В смысле только не Миша? Все, ребят. Все, ребята. Все. Все, ребята. Поймите, я в нерабочее время все тот же Валерий Кимартин. Все тот же. Я также пью энергетик наспор в бане. Также снимаю все тусовки на GoPro зачем-то. Но только с 7 вечера и до 8 утра. А на работе будьте добры. Немного уважения. Ладно, слушай, Валерий Валерьевич, а передайте, пожалуйста, нашему другу... Ну, Валерин Гастар. Валерин Гастар. Что мы с коллегами ждем его сегодня в 19.00 в ресторане на дружеский вечер. Без проблем, передал. Он очень рад и спрашивает, а что делать будем? Ну, что делать? Посидим, пообсуждаем, какой наш начальник пирданюх. Он нормальный. Проблемы в семейной жизни не всегда заставляют мужчин делать правильные выводы. А точнее, никогда. Не верите? Смотрите сами. Забродили ягоды рябин, пьяные на ветках снегири. Но в отличие от выпивших мужчин, своим бывшим не звонят они. А я, дурак, возьму и напишу, и былое вновь разворошу. Мне бы снегириные мозги, я б тебе б тогда не позвонил. А снегири ведь своим бывшим не звонят, не звонят. Со снегирихами не делят снегири. Опьянели в парках воробьи, но в отличие от выпивших мужчин, на коленях не стоят они. За лихие выходки мои не даешь мне встретиться с детьми. Мне бы гордость, как у воробья, я б тогда б тебя б не умолял. А воробьи ведь на коленях не стоят, не стоят. У воробьих своих не просят воробья. Мечтаю только одним днем, мечтаю.
телезрителей, вашему вниманию была представлена телепередача «Однажды в РСФСР». Ну а вещание нашего канала продолжит телепередача «Комедийный клуб».